Овощей нет, фруктов нет, молока нет. Ничего нет практически. Кстати, да, ребят, школу закрыли. Не школу, а школы. И что вы делаете, Ксюш? Мам. Кудряшка. Нравится? Ну что, ребят, мы пришли в магазин за продуктами. Видите, ничего здесь нет. Все пусто. Даже овощей нет, фруктов нет, молока нет. Ничего нет практически. Вот здесь было раньше молоко, молока нет, масло. Масло надо взять. Масло возьмем. Смотрите, здесь тоже все пусто. Здесь тоже пусто практически. Здесь остались картошка фри. Здесь ничего нет. Здесь вот какие-то эти. Придется взять эту картошку фри. Вот это бедно. Будем питаться мороженым. Ну, будем мороженое есть. От такого, от увиденного, конечно, внутри как-то... Нет, это нельзя кушать, Каролина. Ты что? От всего увиденного настроение подпортилось. Зачем тебе цветы? Кушать? Так, ну что? Не получилось у нас взять овощей и фруктов. Вот, нашла только один пучок салата. Вот, один кочан салата нашла. И вот пиццы маленькие взяли. Овощей и фруктов нет. Я тебе сейчас покажу то, что я в Инстаграме снимала. Там вообще обалдеешь. Там пусто, реально все пусто. В этом, в ЦУК. ЦУК. Видел? Да. Там реально все пусто. Мяса нет, молока нет, хлеба нет, яиц нет. Муки нет, сахара нет, рис нет, консервы нет. Почти всех заморозок никаких нет. Вот видишь, это я снимала там в сторис себе. Ничего нет. О, хлеба нет. Хлеба нет. Мам. Ничего нет. Я правда не хотела верить. Это что? Кстати, да, ребят, школу закрыли. Не школу, а школы. Все школы в стране закрыли. В общем, Вообще закрыли на 3 недели. Но как раз через 3 недели у девчонок в школе начинаются каникулы школьные. Так думаю, что, наверное, после 3 недель вам уберут вот эти 2 недели каникул. Могут убрать, мне кажется. Я потому знаю, что вы... Все тоже говорили. Да, мне кажется, у вас не будет 5 недель. Это много слишком. Вы потом не успеете. Вы потом не успеете программу эту всю пройти, которую должны. Поэтому я думаю, 3 недели вы посидите, а потом те каникулы, получается, вы уже все, у вас уберут, в общем. А получается, за... что нам нельзя на улицу выходить? Конечно, нельзя. Нельзя собираться с друзьями. Ты что думаешь, у вас каникулы, значит, можно везде ходить? Нет, нельзя. Нельзя собираться большими компаниями, ходить в места в людные, там, где очень много людей. В общем, так что дома сидеть. Вот что мы сегодня кушаем на ужин. Картошечка фри с сосисками. Приятного аппетита. Вилочки. Вилочки, пожалуйста. Ксюнь. И сок. На. Немного. Мне нравится сок. Очень чуть-чуть. Это холодный, наверное. Кетчуп. Кетчуп не весь разобрали. Нет. Нет. Такое не забирают. Туалетную бумагу разобрали. Все. Люди бедные боятся, что им туалетной бумаги не хватит. Что, они все? Больше нету хлеба? Нет туалетной бумаги. Фолк. Фолк. Да, фолк нужно пойти. Фолк. 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 Там они там ничего не покупают. Ничего. Так там дорого, конечно. Надо сходить, у нас возле дома магазин есть один продуктовый, там точно туалетная бумага есть, да. Все есть. Просто там дороже. Да? Смотри, я всегда рисую вот это. Тебе нравится рисовать гильса? Давай спать, все, ребятки, мы прям будем продолжать снимать завтра, потому что сегодня практически ничего не снимали. Маргуш, ты спишь? А,
ты расплетаешь, не расплетай, пожалуйста. Ну ничего, такие кудрявенькие. Надеюсь, не будешь голову мыть? Или будешь? Да. Кудрявая будешь ходить? Да, чуть-чуть. Ну они нормальные, смотри, какие прикольные. Кудряшки. Каролине тоже надо расплести. Да? Ладно, поехали мы в магазин. Смотрите за малышами. Хорошо? Мы быстренько. Овощи, фрукты купим. Надеюсь, они там будут. Мы приехали в другой магазин. И мы здесь находимся уже минут 30. И полочки потихонечку начинают опустошаться. Так, купили мы овощи, фрукты. Так, вот тоже уже пустеют полки. Но все есть. До вечера, думаю, ничего не будет. Вечером, наверное, будет то же самое, что и вчера. Здесь, наверное, сахар был, да, сахара нет. Творится, тоже почти ничего не осталось. Кукурузка. Нет, 1,75, это микс, 2,60. Такие цены, конечно, здесь вообще обалденные. Вот так вот. Взяли мы, взяла кукурузку. Сколько баночек? 4 баночки кукурузки взяла. Цены, конечно, ой-ой-ой. Что мы сегодня закупили? В основном овощи и фрукты. Да. Вот картофель, помидорчики, салатик, яблочки, бананчики, лимоны. Вот, брокколи. Ну, в общем, только одни овощи и фрукты сегодня. Вот картошка, лимон, перец. Вот, молоко тоже нашли. Сахар не нашли. Муку купила сразу, вот целая упаковка. Так, что у нас здесь? Лаваш. Вот, сахар не купили. Ну, сахар у меня пока есть. Ну, вот, в принципе, и все, что сегодня мы взяли. Все равно, как бы, продукты есть. Просто нужно ехать рано утром. А мы вчера приехали вечером, под вечер, и поэтому ничего не было. Конечно же, все скупили до вечера. Вот, сегодня мы уже утром поехали. Так что я думаю, с продуктами проблем не будет. И что вы делаете, Ксюш? Зачем ножницы? Вы домик, что ли, сделали? Еще и с крышей. Еще и с крышей? Да. Мы сейчас еще должны вот этим. И вот тут надо, и вот тут. Угу. Потом мы сюда принесем наши... Холодно здесь. Подушки, я одеяло. Ксюня, мы Ксюню расплели. Кудряшка. Покажи свои кудряшки. Вот. Мы видео снимали. Видео снимали в лайк. И Каролина тоже хочет расплестись. Будем тебе снимать? Да. Да? Такое же хочешь? Сейчас будем снимать для Каролины. Повернись спинкой. Какие волосики. Кудряшка. Нравится? Мама, сегодня назад моя ученица, она пошла на фастнахт африканкой. Мама, смотри. Мама, боги, нет хвостика. Мама! Карл, ты не algo azul? Una polera azul o algo azul. Мам, спать идем. А вот она где. Выглянула такая еще. Выглянула девочка такая, посмотрела на меня. Африканка. Африканка. Бонька. Бонюсечка, моя маленькая. Африканка. Африканка. Сейчас в туалет перед сном сходим, да, Боня? Мама! Идем. Куда идем? Я здесь. Тима, никуда не пойду. Это бинтик, Каролина, не трогай. Вот это. Окна открыты там у тебя? Открыто окно? Жалюзи закрыты? Да. Угу. В общем, сейчас мы будем
все. Денек заканчивается, будем спать. Хорошо, теперь утром рано не нужно вставать. Лепота. Бончик, надо следить за ней. Как мы будем знать, сходила она или не сходила? Надо за ней проследить. Пойдем, вот, идем. Молодец, умничка. Девочка, умничка, хорошая девочка. Умная девочка, умная. Девочка путанка. Давайте. Будем спать собираться. Мам, перед сном пойдешь спать, можешь выгулить ее еще. Перед сном пойду спать? Перед сном. Когда ты перед сном пойдешь спать, можешь выгулить. Выгулю ее обязательно. Я всегда, когда спать иду в часов в 12, я выгуливаю. Да, Бонючка? Ксюша, все? Закругляемся? Ой, какой у тебя плакат висит. А ты еще какой-то рисовала или только этот? А? Только этот рисовала? Да. Такая прикольная. Это в стиле это? Кавай или как называют? А? Это в стиле кавай? Кавай, кавай. Еще эти киви. Почему киви? Билли Айлиш любит киви? Спокойной ночи. Спокойной. До завтра.